быстрее. Аккуратно, там голова. А зачем ты ее с собой взяла? В институте же новые дадут. Если поступлю. А вы точно ко мне? Разумеется. А тетя Альбина где? Точно, все время забываю. Спасибо большое. Здрасте. Привет. Ну и кто это пришел к моей будущей жене? Яна, племянница Альбина. Приехала поступать в Академию художеств. Так Альбина говорила. А у нее что, брат есть? Сестра. Но они не общаются, поругались, наверное. Альбина не любит об этом говорить. И они что, к тебе на запах пришли? Да я на 5 минут отвлеклась, а через полчаса оказалось, что суп не варится, а жарится. Ладно, сделаем вид, что это гуляш. Как ты умудрилась такое сотворить, а? Ну, раз на ночь есть вредно, тогда сразу в постель, да? Да, Лень. Когда? Где? Миша что говорит? Лень, Миша – это наш эксперт. Что он говорит? Ясно, скоро буду. У нас новое дело? Нет, новое дело у меня. А у тебя дело старое, называется «Ресторан для свадьбы». Я с тобой. Нет, ты вместе с Альбиной, лучшим экспертом по организации нашей свадьбы, поедешь выбирать ресторан. А с убийством я как-нибудь сам справлюсь. Но это же не ресторан. Да, Петр Иванович, здравствуйте. Простите, очень плохо слышно, не ловит. Повторите еще раз, что вы сказали? Алло, так лучше? Александра Николаевна, тут дело необычное. Похоже, как раз по вашей части. Очень прошу, подключитесь, пожалуйста. Адрес места преступления сейчас смс-кой пришлю. Конечно, спасибо, до свидания. Ну что, пойдемте, коллега? Значит, вы говорите, у вас был обед, и вы ничего не видели. Тело утром нашли рабочие. Смерть, скорее всего, наступила из-за падения. Отлично. Точнее, скажет эксперт после вскрытия. Откуда летело? С 7-го этажа. Точно времени нет. Вчера. Хорошо. Я не видел. Вот. Ясненько. Так, давайте мы тогда сделаем так. Я сейчас составлю протокол. Что за нити? Что-то мне это напоминает. Значит, плохо дело. Во! Сделай общий план, ладно? Пожалуйста, проходите, не мешайте. Я отошел, да. Снимайте. Нет, общий план. Взять еще отсюда, там еще сзади. Мне кажется, тут работал художник. А мне кажется, тут поработал преступник, который молодую девушку из окна выбросил. Здорово, Мишель. Здорово. Так, я готов. Пальчики я взял. Личность установили? Нет. Паспорта при ней не было. Телефона тоже. Я тогда не понимаю, почему ты до сих пор здесь стоишь. Свидетели сами себя просят. Понял. Здесь еще. Странно. Ну, он прав? Такого не видел. Это художник обустроил? Смотри-ка. Вижу. Что-то значит, такое. Опять хотя вместе работаем. Да, вот. Стоять. Отпечатки. Слушай, да. Саш. Миш, спасибо. Спасибо. Тебе не кажется это странным? Ну, не все еще. Это можно отвозить. Уже. Маска никак не вписывается в стилистику комнаты. Там с улицы надо посмотреть.
Я сейчас скажу, что проверим. Не снимай. Все готово. Это все очень странно. Для свадьбы место преступления поинтереснее выбираешь. Где столы ставить будем? Альбинчик, ну я серьезно. Эти вещи, это же символы. Да? Вот. Нити. Нити — это судьба. Прялка. Прялка — это жизнь? Ну да, они какие-то разрозненные. Нет общей картины, нет. Картина. Точно. Горим. Чувствуешь? Ой, сюда. Вот это да. Надо же. Ой. Вот. Где у тебя тут прихватка? Что там? Дальше. По рецепту после пункта. Сжечь кастрюлю. Waterhouse. 1894 год. Он несколько картин написал под влиянием поэмы Теннисона «Волшебница Шарлотт». Помнишь? Да. Это которая из-за проклятия из башни выйти не могла. И жизнь в волшебное зеркало наблюдала. Вот видишь? Зеркало уже треснуло, проклятие начало работать. Элейн сбежит и обязательно погибнет, поэтому золотые нити на ногах. Символ гибели и неизбежности после смерти. Саша, ты заметила, что тебя убийство больше, чем собственная свадьба интересует? Надо Грекову позвонить, сказать, что я нашла. Самого главного ты не нашла. Ресторана! Спорим, что он зацепке больше обрадуется, чем ресторан. Ой! Вот это меня и беспокоит. Помнишь карнавальную маску на месте преступления? Она никак в стилистику прерафаэлитов не вписывается. Ну вот, все. У нас труп не опознан. Свидетелей нет. Вот проблема. А маска – это не проблема. Здравствуйте, Александра Николаевна. Привет, Лёня. Андрей Васильевич, я только что от экспертов. Они пальчики по базам прокатали и… Понял. Спасибо огромное за ваше исследование. Мы обязательно им воспользуемся. Все? Я тоже хочу преступника искать. Ресторан. А может, напрасно Александру Николаевну выставили? Она бы тут пригодилась. Отпечатки Агина. И этот Агин утверждает, что он художник-акционист. Этот Агин наш постоянный клиент КПЗ. Ну вот Александра Николаевна могла бы с ним договориться. Ну, как художник с художником. Александра Николаевна и без нас все приключения найдет. Давай не будем ей в этом помогать. Ты что же? О! Меня выгнал Греков. Искать ресторан для свадьбы. Ну так, пока договор о закрепощении не вступил в силу, предлагаю поехать кутить. Куда? Какая разница? Последний глоток свободы. Похож? Да вы меня разыгрываете. Это подлинник. Да Ларуш сам бы засомневался. А Матрохина нет. Сейчас освободится, расскажет, как в аэропорту экспертизу проводил. Ну, должно нам было как-то пригодиться, что проректор с улыбкой у нас на даче забор красил. Потом перекрашивать пришлось. Ну что?
для абитуриента неплохо, и для студента очень неплохо. Мы даже знаем, что это за студент, да? Чья это была гениальная идея? Лучше скажи, что Сеня. Моя. Ну, знаете, чужие картины выдавать за свои – это тоже талант нужен. Только вот ради чего вы к нам в академию торветесь, а? Или лучше спросить, ради кого? Альбиночка, девушка выбрала Сеню. И как минимум вкус у нее есть. Вчера ночью вернулся, сегодня утром ушел. А сейчас где? Чего полегче спросить. Агин не из тех, кто всех подряд в свои планы посвящает. Ну, вы не все подряд. Все-таки сосед по мастерской. Знаете, хотя если вам не принципиально, вживую или в инете, то через полчаса на его блоге будет прямая трансляция. Трансляция? Ну, подробностей я не знаю. У нас уговор такой, вот мастерскую делим, а творчество у каждого свое. Понятно. А это кто? Кажется, он с ней встречался. Но это не точно. В личную жизнь друг друга тоже не лезем. Вот блок Агина. Всем привет, ребята. Спасибо, что присоединяетесь. Сегодняшний хэппининг не продуман до мелочей, но, надеюсь, он удивит вас своей спонтанностью, да? Хэппининг – это что такое? Александр Николаевич знает, наверное. Итак, я назвал эту акцию «Страх». Да, и для этого мне нужна… О! Вот, кажется, и она. Милая, почти красивая, придавленная своими мыслями. Она ничего не замечает вокруг. И как лунатик оступится, если выдернуть ее здесь и сейчас. Да, друзья, мне кажется, этот вариант мне подходит. Пойдем? Ну что ж, хэппининг начинается, друзья. Я не знаю, что такое хэппининг, но уверен, срок за него дают. Гениальный мошенник. Не хочешь учредить премию авторов лучших подделок? Награждать поддельными дипломами и сертификатами. Да. Я помню этого Вермеера. Если б не ты, висел бы сейчас у французского коллекционера. Да. Ну да, молодая женщина, сидящая за Вирджинеллом. На Альбину чем-то похоже не находишь? Нет. Ты на свадьбу-то позовешь? Ты знаешь, сколько мне лет, Лизенька? В ЗАГСе ведь засмеют же. Пойдем, дорогой, покажу тебе Наполеона. Возможно, ты знал его при жизни. Да. Дом без оборудования, подделки высочайшего уровня определяет. О нем легенда ходит, а ты думала, что он работу студента не узнает? Подумаешь, я вообще у него учиться не хочу. Уж если не поступать в академию, то только к Стасову. Это второй перевод Сени. Летом нам, к нам в Коломну приезжал. Вот это настоящий художник. Вот у него бы я училась. А этот ваш Матрохин... Стасов. Да, они приезжали. Извини. Кажется, мне пора. Мне надо идти. Великолепно. Мне очень понравилось. И вы невероятные. Мне очень интересно с вами пообщаться по поводу того, как вы с рентгеном работаете. Ну, некогда сейчас, надо бежать. Спасибо за выставку. До свидания. Твоя давняя поклонница. Ну, а чего она так быстро убежала? Подробности мы узнаем из криминальных новостей.
Извини. Ну и как это понимать? Стасов. Это которые парадные портреты всем генералам. И ты что? Писал. А теперь подумал о душе. Решил заняться поп-артом. Копирует мировые шедевры и вставляет туда детали советского быта. Я видела. Адонис погремушка. Хотел плюнуть в историю и не доплюнул. На месте преступления найдена советская маска. Надо проверить, нет ли у него картины, похожей на место преступления. Где мой плащ, а? Ты без плаща пришла. Точно. Ребята, вам видно? Вот она идет уверенно. Сознание явно не работает на самосохранение. Дорога знакома до мелочей. И если 327 раз здесь ничего не случилось, то почему должно случиться сейчас? Вот. Что на здании было написано? Так. Опа! Решила срезать через парк. Идеально. Колесо обозрения. Я знаю это место. Он убьет ее? Нет, билеты в планетарий подарит. Вызывай наших, я попробую его взять. Страх – это продуктивная эмоция. Вовремя использованный страх выводит сознание на новый уровень. Следите за моими акциями, друзья. Да, мы следим. Взять сюда. Что происходит? Лицом к дереву, лицом к дереву. Что ноги такое? Шире, руки вверх. Что? Держи руки. Да держу. Девушка где? Я? С вами все в порядке? Он вам ничего не сделал? Я вернул ее здесь и сейчас. Зафиксировал момент перехода в посустороннюю реальность. В чем проблема? Он вас ударил? Ну что вы, только напугал. Обещал проводить до дома. Но это он не сможет. Я его сам до отделения провожу. Пошел. Пошел. Да, Лень, все в порядке. Жди у машины. Она троек лепила, потому что... Да специально. Конечно. Теперь пересдача. Доброе утро. Ау. Смотри. Это картина по Уэтерхаусу. А это комната, где убили девушку. И вуаля! И там маска советского времени. Кто гений? Я гений, я гений, гений. Слушай, я поэтому и пришла к тебе в такую раннюю. Можешь с Яной рисунком позаниматься к поступлению? Да, конечно. Только сначала мне надо съездить к Стасову. Говорить с ним про картину. Ну, я не надеялась, что ты скажешь заехать в магазин, выбрать платье для свадьбы. Ну что, Левушкин? Ну что у тебя здесь с перспективой? Нарушено. Но вот эти две должны висеть вместе. Нет, это мне не нравится. Послушай, Левушкин, а у тебя же были замечательные городские пейзажи. Ты приноси их завтра и посмотрим, куда их поставить.
Ну что, давайте, кто следующий? Извините, пожалуйста. У меня к вам вопрос. Я с журналистами не общаюсь. А я не журналистка. Алексей Вадимович, у меня несколько этюдов пропало. Я думаю, это моя соседка Светка их взяла. Я с ней разберусь, но пока вот. Девушка, ну я же вам сказал. Я со студентами работаю. У нас развеска скоро. Вы приходите через пару недель, а лучше через месяц. Хорошо, хорошо. Я подожду. А ну она что? Тем более. А при чем здесь Светлана? А это я у вас хотела спросить. А это моя соседка. Она взяла мои этюды. Найду ее, убью. Вы опоздали. Света найдена мертвой. На стройке вчера. Это очень печально и неожиданно. Ну-ка, успокойся, успокойся. Если ты что-то вспомнишь про Свету, позвони мне, хорошо? Пойдем, подышишь, умоешься. Пойдем, пойдем, пойдем. Она все-таки сделала это, да? Светка давно говорила, что она хочет покончить с собой. Прыгнуть с крыши? Не сдала сессию? Неразделенная любовь? Послушайте. Она просто... Ну, она просто хотела провести этот перформанс. Ну, самоубийство, оно тоже может быть своего рода искусством. Это красиво? Ну, по-твоему, вот это вот красиво? Ты видел когда-нибудь человека, выпадающего с восьмого этажа и разбивающего об асфальт? Ты видел это, а? Ну, мы же не про последствия, мы про процесс, понимаете? Зеркало, прялка, ну, завораживает же, не правда ли? Даже вас. Хорошо, я был там. Я был там. Но Светка попросила меня просто помочь все подготовить. Но я не знал, что она пойдет до конца. Не знал. Ладно. А по-моему, мне полагается звонок другу. Не так ли? Дайте мне, пожалуйста, телефон. Мой еще со вчерашнего дня разрежен. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Неужели решили завязать с расследованиями и вернуться в лоно высокого искусства? Альбина мне про вас все рассказала. Это ж надо. Художник, эксперт, реставратор, все в одном лице. Как вас в полицию-то занесло? Да, я просто поняла, что искусство — это бизнес. Талант продается, художник покупается. Здесь всегда есть место мошенничеству. Вам ли не понимать? В смысле? Ну, подделки, которые вы обнаруживаете, они же не только от любви к искусству. Правда? Подожди, тонко подмечено. Хотя мне есть вам что возразить. Жаль, вот времени только нет. Тут студенты ждут, очередная развеска работ на носу. Ну, вам ли не знать, это ежегодный локальный конец света. Но я надеюсь как-нибудь посидеть с вами за рюмочкой чая, болтать. Не сейчас. Так что посидим. Обязательно. Нет, это бессмысленно. Извините, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
Недешевого адвоката вы себе нашли. Простите, а вы подозреваемым кем приходитесь? Отец. Фамилию матери взял, стервец. А знаете, слишком рано вы Максима записали в подозреваемые. Предоставьте материал дела. Надеюсь, ты им ничего не сказал? Ну вот, продолжай молчать. Взрослые разберутся. А что ты знаешь про этого Стасова? Это даже. Учти, на него очередь еще с абитуры стоит. А женился он только один раз, и то по расчету. Да, брат, я же с точки зрения расследования. Да, он любовницами жонглировал даже, когда женат был. А жена умерла. У девушки еще и надежда на брак появилась. Так что держись подальше от толпы его поклонниц. Задавят. Так это же может быть мотив. Если у Светланы был роман со Стасовым, это надо проверить. Не надолго. В любом случае, убили не того. Какой бы ни был любовный треугольник, убивать надо мужика. Не ошибешься. У тебя все нормально? А? Вернусь, поговорим. Света влюбляется в Стасова. Ты меня спросишь? Как же так? Он в два раза старше ее, а я тебе отвечу. Все студентки творческих вузов влюбляются в преподавателей. Даже я, знаешь, как я по своему преподу по рисунку страдала? Ни один пленэр не пропустила. Да, в общем, Светлана влюбляется в Стасова и бросает Максима. Воля! Мотив. Ты ресторан выбрала? Нет, я занималась расследованием. Нет, расследованием занимаюсь я. А перед тобой стояла совершенно другая задача. Да? Да. И что ты нарасследовал? Ну, например, Штагин. Это сын Стасова. Отношения у них, правда, не очень. Если бы не оскорбленное самолюбие. Мне кажется, Стасова только одно заботит. Лишь бы Агин ничего лишнего не наговорил. На самом деле, все это тебя не касается. У тебя свадьба через 3 недели. Здрасте, Александра Николаевна. Привет, Леня. Андрей Васильевич, выяснили телефон потерпевшей. Это ее последние контакты. Все. Пообедали. Работать. Андрей Васильевич, а я ведь не... Арбайтен Леня. У нас новый подозреваемый. А я? Чтоб вечером была в свадебном платье. Приеду. Проверю. Лично. Я надеюсь, на его биографии это никак не отразится, никаких последствий не останется. Ну, клеймо выжигать не будут. Сейчас они пообедают, и все обвинения будут сняты. Ну, извинений, конечно, мы не дождемся. Ну, почему же? Я всегда готов извиниться, когда есть за что. Вот, например, извините, Алексей, что я не знал, в каких отношениях вы состояли с жертвой. В смысле? Ну, она же присылала вам СМС перед смертью.
просил на стройку приехать. Примите мои соболезнования, но в связи с этим появились вопросы. Открой кабинет. Хорошо, я расскажу. Присаживайтесь. Значит, она написала вам в день убийства. А есть доказательства, что Светлане помогли выйти в окно? Предполагаемого убийства. Вот то, что она прислала мне. Лень, подойди. Лёша, я сделала все, что могла. Я жила для тебя, а тебе это, как оказалось, не надо. Давай я умру для тебя, хочешь? Красиво умру, тебе понравится. Если хочешь остановить меня, приезжай сейчас. Точку на карте я тебе выслала. А если не приедешь, я шагну в это окно и навсегда стану твоим ангелом. И вы не приехали. Вы не могли не знать, что прялку, зеркало, она принесла туда все это с помощью вашего сына. Да, кстати, я рад, что зашла речь о Максиме. У вас нет больше никаких прав задерживать молодого человека, поэтому... Что-нибудь придумаю. Не сомневаюсь. Но на этот случай я должен сказать, что заметил на руке Максима синяк. Я не могу пока делать выводы, но мальчик находится в руках следователя, который сам недавно проходил по делу об убийстве. И? Даже не знаю. Но, знаете, такой следователь может проявить особое служебное рвение, чтобы выбить из подозреваемого те показания, которые ему нужны. Ладно. Отпусти этого акционера. Акционисты. Это можно подписать. Благодарю. Эдик, как ты спишь, а? Очень хорошо сплю. Потому что защищаю невиновных. Вот здесь. Последний невиновный, которого ты защищал, вышел на свободу. И на следующий день убил несовершеннолетнего. Вер, ты ко мне? Нет, нет, нет. Она ко мне. Привет. Привет. Ну что, в театр еще успеем. Вер, ты специально мужиков выбираешь, которые меня бесят. Греков, это тебя бесят, те, кого я выбираю. Вообще, это не твое дело. Так, брейк. Андрей Васильевич, давайте оставим работу на работе, а в жизни будем общаться, как нормальные люди. Я гарантирую тебе, что ты передашь жену в надежные руки. Мир? Я не купила платье. Ты мне и без платья очень нравишься. А может, какую-нибудь неформальную свадьбу устроим? Без белого платья. В закусочной? В закусочной тоже хороший бывает. А как дела на работе? Ну, Стасов и Агин уже просто бесит. А похоже, что девушка действительно сама выпрыгнула. Поэтому дело придется закрывать. Ну, давай о работе больше не будем. Какие цвета? Ну-ка. Вот так. Не-не-не-не-не.
Погоди, 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 убирай. Мы не будем ее рисовать. Мы будем ее жарить. Прошу за мной. Потрясающе. Я про повара. Мужчина, который может сводить тебя в ресторан, он ведь тоже не человек. На ночь есть вредно. Шафранное облако, восточная кухня. Любимый ресторан главного архитектора Москвы. Какой все желтый. Айдак. Молекулярная кухня. Давайте только без химии. У меня по ней двойка была. Вот. А мне вот это нравится. Светло, просто на берегу реки. Да, это что такое? Это откуда здесь? Это фотография с места преступления. Я же тебе говорил, не лезь. Случайно забыла просто убрать. Вот есть еще ресторан. Смотрите. Вот поезжайте и осмотритесь. Потом увидимся. Нет, ну нормально. Ты, между прочим, всегда так делаешь. Леня, в день убийства рядом со стройкой стояла фура. Надо ее найти. Надеюсь. Других планов у тебя на сегодня не было. А то мы не скоро вернемся. Да какие планы? Сень ни о чем, кроме учебы, не думает. Обещал по Москве со мной погулять, и вот уже неделю выбрать время не может. Ребенок возмущен. Она думала, учиться в Москве — это эвфемизм «оторвемся в столице по полной». Сеня — молодец. Будь как Сеня. А мы поехали в ресторан смотреть. Саша. А тут хорошо. Да? Тогда давай по меню пройдемся. Давай. Нет, наверное, здесь холодно будет. Закажешь свадебное платье с начесом. И комары. Точно. Здесь же река, будут комары. Сервируем стол со средствами от комаров. Альбинчик, пойдем как-то здесь... Дорого? Далеко от Москвы. Смешно. Взрослые люди. Ну, зачем вообще этот свадьба? Ну, зачем ее справлять? Ну, расписались бы, и все. Твой внутренний мужик выговорился? Да. Теперь давай поговорим с девочкой. Ей хочется большой торт, платье с кружевчиками и свадьбу тут. Я не могу слышать свою внутреннюю девочку, у меня денег у нее нет. Я помогу. Вот. Помоги мне своим примером, а? Сыграйте здесь с Арделем свадьбу с оркестром, конями, комарами. Может быть, и мне захочется? Нет, нет, нет. Свадьба не моя тема. Я на сестру насмотрелась. Тамара? Мама Яна.
Слушай, я давно хотела спросить, что там произошло? Секунду. Алло? Да, Арина, да, конечно, помню, Стасова, да. Вы знаете, кто убил Светлану? Не говорю, что знаю, но... Я, кажется, догадываюсь. Давайте встретимся в институте, у меня в 3 часа развязка. Вы успеете приехать к 2:30? Успею? Конечно, успею, но, может быть, вы намекнете? Нет. Мне еще нужно кое-что проверить. Увидимся. Только вот водитель просил регистратор пораньше отдать. У него завтра рейс, а он без него ехать боится. Угу. Молодец. Вот это она, там в окне. Ты это видел? Она не сама. Ее толкнули. Яна, мы пришли наслаждаться твоим шедевром. Здрасте. А где Яна? Вы же видите, я ее убил. Это Макс Сагин. Макс, это моя тетя Альбина и моя учительница Александра Николаевна. Я тут решил всколыхнуть ваше болото свежим ветром современного искусства. Да? Какой-то у вас не слишком свежий. Венские акционисты еще лет 70 назад кишки на полотна намазывать начали. У меня своя интерпретация. Бывает. А вот у Германа Ницше поизобретателем не получалось. Учись, студент. Куда свежее было бы, молодой человек, если бы вы тут убраться попытались за собой. Макс, ты иди, я уберусь. Жаль. Жаль, что нет времени подольше поболтать с вами о венском акционизме. Надеюсь, не в последний раз. В следующий раз займемся Кёртисом. Краска вместо одежды. Когда ты в детстве лягушек домой таскала, я думала, хуже уже не будет.
Он к нам летом в Коломну приезжал, на практику, вместе с курсом Сени. Там мы и познакомились. И я подумала, раз Сене некогда, так, может быть, Макс мне поможет с этим Вольтером. А он, да, он помог. Ну, давай, начинай сначала. Я уже не могу, у меня консультация в академии через час. Извини. Агина похожа, да? Она же встречалась с Агином, но на самом деле была влюблена в его отца. Мотив для мести? В целом, да. Согласен. И за Стасовым надо проследить. Ведь это может быть Стасов? Ни черта не разберешь. Выяснили, где находился телефон Стасова в момент убийства? А? А что стоим? Всем привет! Как позанимались? Отлично. Яна передумала поступать в академию. Ее манят другие горизонты. Да, и какие же? Думаю, для начала мясокомбинат. Концептуально, весело, сутки через трое. Времени на личную жизнь хватит. Зачем вы так? Макс, он хороший. Он все вот это... Ну, он же специально это делает, чтобы его не трогали. А в душе он тонкий и ранимый человек. А Сеня? А где Сеня? Сеня, ау! С тех пор, как я приехала, я его всего два раза видела. Он то на пленэре, то он на развеске. Ну, если выбираешь мужиков по принципу, у кого на меня времени больше, советую завести кота. С Максом неинтересно. Кота и подписку на образовательные каналы. Не нравится мне этот Агин. Чего он к тебе приперся-то? Да не ко мне, а к Яне. Она его подруга. А ты куда намылилась? Ого! Еще не муж, а уже деспот. Ты полку крутить собирался? Давай, крути. Кручу. У вас опять дверь не закрыта. Она у нас вообще никогда не закрывается. А ты что здесь делаешь-то? Мить, подожди, не спускайся. Закроешь за мной, а то папа переживает, что у нас дверь нараспашку. Есть будешь? Пап, возьми меня к себе жить. С мамой поругался? Еще нет. Ну, поругаюсь. К ней Эдик приезжает. Слушай, Митька, ну... это жизнь. У мамы Эдик, у меня Александра Николаевна. Я с ним жить не буду. Он тарелки по цветам расставляет. И макароны этими палочками ест. Этими, что ли? Ага, японскими. И вообще он противный. Еще не переехал, а уже в комнате у меня пыль проверяет. А мама такая, Дмитрий, ну так ты бы убрался. Ну так ты бы убрался. Короче, если ты меня не возьмешь, я сбегу. Зашла, у меня краска засохла, а я не понимаю, как это произошло. Она, я же ее только полчаса назад там видела, а она уже тут. С ней же все было в порядке. Я не понимаю, как это произошло. Тихо, тихо, тихо.
Андрей? Привет. У нас труп. Адрес какой? Хорошо, скоро буду. Мить, ты же побудешь здесь один? Так я остаюсь. Послушай, ну это серьезный вопрос. Его нужно с мамой обсудить. Ну так обсуди. Так, сушки на кухне, чай тоже. Я скоро вернусь, надеюсь. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы примерно час назад, то есть около половины третьего. Вот. Как раз на это время мы и договаривались встретиться около института. Если бы ты мне сказала, что вы договаривались, возможно, девочка была бы жива. Черепно-мозговая травма нанесена тупым предметом. Орудие убийства не обнаружено. Мишаню должен? Да. Значит, возможно, Агин убил Светлану. Арина узнала об этом. Поэтому с тобой и договаривалась, хотела рассказать. А он этого допустить не мог. То есть ему мало того, что его подозревают в убийстве Светланы, он хочет, чтобы уж наверняка посадили? Я не очень разбираюсь в творческих людях. У вас же есть это, как оно называется-то, вдохновение. Убил один раз, захотелось другой. Как-то за уши притянуто, не кажется? В любом случае, его надо в розыск объявить. Если я прав, он не остановится. Что, орудие убийства нашел? Да нет. Ну, кое-что слышал. Тут все говорят про какое-то ЧП в институте. А, это они про разведку. Что? Разведка. А, нет. Какое-то реальное ЧП устроил этот Агин. Я тебя очень прошу, возвращайся домой. Митьку надо покормить, пожалуйста. Спасибо. Извините. Это маньяк? Скажите правду, это маньяк? Неизвестно еще. Да все говорят в общаге, что это маньяк, студенток убивает. А может, не переехать? Меня моя тетя давно уже к себе зовет. Он же только в общаге убивает, не в академии. Успокойтесь, не мешайте, пожалуйста, полиция работает. А вы из полиции? Мне вам нужно кое-что сказать. Пойдемте. В общем, Светка была соседкой Арины. И они все время из-за Стасова ссорились. Кто кого больше любит? Я бы сказала, кто с кем больше спит. Понимаете, он сначала со Светкой роман крутил, а потом как-то очень быстро на Арину приключился. Ну, на месте Светки мне бы тоже это не понравилось. Стоп. Он же не спит со студентками. В общем, я не об этом. Тут недавно такая история приключилась. Ко мне, значит, Светка приходит в истерике вся и говорит, что Арина украла мои этюды. Какие там этюды? Буквально 5-6 штук, и на развеске никакой погоды не сделают. Непонятно, из чего такую истерику закатывать. Странная месть. Так я же о том же. Я ей сказала, что я ей не верю, что Арина у нее украла этюды. Во-первых, в эту ночь ее в общежитии не было. Во-вторых, у нее самой пропали этюды. А Аринка мне сказала, что это не Света украла. А кто? Зачем? Понимаете, Арина была какая-то странная в последнее время. Она-то вообще обычно как танк прет. А тут с ней что-то случилось. Неспроста это. Алексей Владимирович, дорогой. Вы обещали мне, что он повзрослеет к прошлому сентябрю. Потом к Новому году. Извините, я устал ждать. Да, вы меня правильно поняли, я говорю об отчислении. Я вас жду. Что Агин сотворил на этот раз? Ну, ничего особенного, чтобы мы вызывали полицию. Тем не менее, вы решили его отчислить. Где он? У меня в мастерской. Я не думаю, что он вам может быть интересен. На этот раз он нам очень интересен. Неприятный, конечно, но оно бывает. Раскрасил гипсовые скульптуры, потом их нарядил.
А потом заявился в гости к Арине. Ну, чушь какая-то. При чем здесь Арина? Агин ее убил. Я практически в этом уверен. Слышь, как Арина... Мертва. И мне необходимо Агина допросить. Агин! Ничего себе. А мои работы имеют успех. Вон даже следователи интересуются. Да, особенно интересно знать, где ты был сегодня днем. С половины третьего до трех. А, он здесь был. Я как раз его в это время и прихватил, когда он копию дискобола в тренировочный костюм обрежал. Даже удивительно, что я первым до этого додумался. Да, конечно. Были и поумнее тебя. Отец твой, например. Я тебя, Макс, только из уважения к нему взял. А он был очень талантливым учеником. И тоже выходил за рамки программы, но вот чтобы вот так вот... Короче, если у тебя на момент сегодняшнего убийства есть алиби, ты просто в рубашке родился, пацан. Что, еще кого-то убили? Слушай и запоминай. Яна Шепелева, Александра Корзухина. Не дай бог, ты приблизишься к ним ближе, чем на пушечный выстрел. Ты меня понял? Андрей Васильевич. Света с Ариной не так уж невинно общались со Стасом. И у обеих украли этюды накануне развески. И что? Как что? Это может быть зацепка. Стасов спал с обеими жертвами. Вот что может быть зацепкой. Но это тебя совершенно не касается, потому что ты сейчас берешь и едешь домой. Извините. У меня еще здесь дело. Стасова пробили в момент убийства Светланы. На стройке, да? Да. Плюс-минус 500 метров. Ясно. Спасибо. Андрей Васильевич, кажется. Ага. Вы простите, я спешу, у студентов развязка. Ну, вам торопиться теперь некуда. В ближайшие лет 20 я не думаю, что придется. Правда, это как суд решит. Когда? Как раз тогда, когда у вас должно было быть алиби. С кем вы были? Около 3 часов дня. Я сюда, в академию, ехал. Понятно. Ну, до отделения я вас подброшу. Ну, давайте, будьте любезны, без глупостей. Вы арестованы по подозрению в убийстве Светланы Кузовлевой и Арины Переверзовой. Пройдемте. Бред какой-то. Ну, зачем мне это нужно? Ну, наверное, Светлана надоела. Слишком настойчивая любовница оказалась. Арина все это увидела. Вот Арины и нет. Я никого не убивал. Я уважаемый человек, за меня десяток профессоров проучиться может. Да, только никого из них не было с вами в половине третьего, верно? Вы почему мне не верите? Да я даже не знаю, с чего начать. Вы не сказали о том, что вы в отношениях со Светланой. Вы не сказали, что были на стройке, хотя мобильный оператор вас засек. Ну, был я там, был. Я пришел, хотел с ней поговорить, а потом передумал. Голову берегите. Я могу позвонить адвокату? Ну, вот, наверное, и он. Этот цирк с наручниками, он обязателен? Помогите тогда телефон достать. Что случилось у вас? Все в порядке?
Что-то не так в этих работах. Это Светлана, да? А это Арина. Не так то, что молодых художниц убили. Работы еще висят, а их уже... Что с вами? Позвать кого-нибудь? Не надо. Студенты должны думать, что я еще ого-го. Иначе бояться не будут. Возраст, знаете. В моем возрасте надо вино в Провансе попивать. Да закатами любоваться. А у меня вот тут развески, да еще вот, вот это. Смотрите. Это же один пейзаж. Даже ракурс один. Они вместе этюды писать ходили. Ну и что это может значить? Не знаю, но обязательно узнаем. Да, я был там. Пришел, увидел ее, лежащей на земле и... И ушел. Не вызвав ни полицию, ни скорую. Поверьте, она была мертва, и я не хотел компрометировать себя. Да и вообще, если бы не Клоков, вы бы до сих пор не узнали, что я там вообще был. Клоков? Ну да, с его номера послана эта фотография. А кто он? Что за человек? Коллега, если можно его так назвать, живопись у нас преподает. Опустившийся, злобный тип. Я вообще не удивлюсь, если это он убийца. Вы думаете, что Клоков решил вас шантажировать? Я думаю, что он решил меня уничтожить. Не надо, пожалуйста. Свали, пожалуйста. Прекратите. Нет. В смысле, нет, давайте. Что-то совсем, парень, вообще. Ты идиот! Ты охренел, что ли? Александра Николаевна! Господи, как хорошо, что вы здесь. Мне вам кое-что сказать нужно. Пойдемте. Я тут еще кое-что вспомнила. Арина с одного из этюдов, который пропал, картину сделала. Uh-huh. Но он ей, правда, не понравился. А тут ей заказ подвернулся из галереи. Попросили абстракцию написать. Но она, недолго думая, прям поверх пейзажа и написала, чтобы деньги не тратить на новый холст. Интересно. Дальше еще интереснее. Сегодня с утра она мне сказала, что хочет эту картину вернуть. А днем ее убили. Вам же тоже кажется, что здесь есть какое-то совпадение? Вот визитка Екатерины. Она у нее эту картину выкупила. Она здесь часто у нас картины выкупает. Спасибо. Спасибо, что вспомнила. Скажите, его ж поймают. Невозможно уже так. Да он просто ненавидит меня. Он бы давно меня подставил, если бы раньше знал, как это сделать. Мне кажется, существует масса более простых способов подставить человека, никого не убивая. Значит, вы не знаете, что такое настоящая ненависть. Как вы довели Клокова до такого состояния? Просто своим существованием. Я художник. Преподаватель. Я мужчина, в конце концов, а... Он? Неудачник. Да-да. Именно эта картина интересует. А вы еще долго будете в салоне? Отлично. Я скоро приеду. Надеюсь, вы тут без меня ничего не обсуждали. Итак, камера зафиксировала нарушение скорости вашего подозреваемого. Обратите внимание, в момент совершения убийства. Который с точностью зафиксировано на видеорегистраторе вашего дальнобойщика. Да, но... Я предвидел вопрос. Посмотрите на это. Несомненно, это мой клиент. Извинения приняты. Честь имею. Спасибо. Thank you.
А, привет, привет. Митя? Нет, не звонила, что должен был быть. А, подожди, тебя Греков хочет, я у него на работе. Спасибо. Вер, Вер, Вер. Да, прости, я вчера не смог перезвонить, замотался. А, Митька у меня, пришел утром сказать... Да. А нас в детстве хватались, когда мы только не приходили к ужину. Верно? Вот та самая картина, про которую мы с вами говорили. Когда вы видели Арину последний раз? Недели две назад. А разговаривала сегодня утром. Она вчера звонила, хотела... прийти как раз по поводу этой картины. А сегодня встречу отменила, сказала, что ей срочно нужно встретиться с Клоковым. Это преподаватель из академии. Я же тоже там училась. А, правда, Клоков преподавал тогда на другом курсе. Но слухи о нем ходили по всей академии. А она не говорила, зачем она Клокову идет? Нет. А куда мы теперь? Сначала в кино, потом по барам. Работать, Леня, работать. Над кем? Над кем, черт возьми? Над собой. Потому что следаки, у которых нет за два дня ни одной вменяемой версии, родине Леня не нужны. Ну, как так ни одной? А Агин, Стасов, они же были. Просто отпали, потому что работаем, товарищ капитан. А теперь мы едем за самой несовершенной версией. Клоков, завистник и соперник Стасова. Мог убить двоих, лишь бы подмочить Стасову репутацию. Ну, звучит как-то так себе. Ну, да. А может, шантажировать будет? Пока не начал. Но если он снял Стасова над трупом, значит, он тоже там был. Так что... это зацепка. Зацепка. Как же она это все закрасила? Слоев столько. Снимайте, снимайте. Сколько вы хотите за эту картину? Марина Переверзова – талантливая художница. Давайте я покажу вам мою, другие работы. Эту она просила не продавать. Арину убили сегодня в 3 часа дня. Или около того. Убили? Да, и, возможно, из-за этой картины. Да, Арина писала нижний слой. А поверх нее другая. И может... Ладно. Берите. Просто так берите. Если это поможет поймать этого урода. Арина, слов нет. Вы на машине? Нет. Ну как же вы повезете? Я вас подвезу. Ну, посмотри. Сейчас, подожди. Хорошо. Может, в запое. А может, и в деревню уехал. Пейзажи писать. А может, на Тибет отправился. В любом случае, когда вернется, скажет, что болел, справку принесет, чудом выздоровел. То есть вы не имеете никакого представления, где Клокова искать? Да я понятия не имею. Аркадий такой крайне непредсказуемый человек, необязательный. Я думаю, что именно поэтому он и семьей не обзавелся. Так что я не знаю, чем я могу вам помочь. Что же вы себе таких сотрудников-то берете? Так ведь талантлив, черт. Я ему вот как раз замены-то и не нашел. Видит Бог, искал. Характер. Ну, оказалось, что чем с человеком проще, тем и сам человек проще. Возьмем Стасова, например. Да, брали мы сегодня Стасова. Что? Не-не, не суть. А, так вот оба... талантливые художники, оба учились у одного мастера. Стасов и Клоков учились вместе? Вот именно. О, а какие разные? Какое разное мировоззрение? Вот все думают, что они ненавидят друг друга, потому что один у другого увел в юности девушку. А кто у кого? Когда это было? Это вот этого я подробностей не знаю. Этих... да и дело не в девушке, поймите. Если бы даже ее и не было, они все равно нашли бы повод разругаться. Но это конфликт не бытовых интересов, не. Это конфликт мировоззрений, экзистенциальный конфликт, понимаете? О чем это я?
Так что Клоков этот хоть и сумасшедший, но художник большой. Я бы с ним поработала. Тут живете? Да, спасибо, что подвезли. Позвоните, если будут новости. До свидания. Привет. Привет. А ты чего здесь? Дышу свежим воздухом. А дом не свежий? Совершенно. Зато хорошо увлажненный Янкиными слезами. О. Что случилось? Пойду еще раз попытаюсь выяснить. Прошлая попытка закончилась таким водопадом слез, что меня просто вынесло на лестницу. Ну, если что, заходи. Непременно. Я же должна увидеть тебя в платье. Ты не за платьем ездила? Привет. Папа еще нет? Нет. Даже не звонил. Все как дома. А, отлично. Давай ставь чайник, сейчас бутерброды сделаю. Можно и без бутербродов. Я тут гречку с сосисками сварил и салат сделал. Огурцы с помидорами. У нас праздник? Ну, нет. Просто ужин. Я там в магазин сходил, а то в холодильнике совсем пусто было. Митя, да ты клад. Как хорошо, что ты будешь у нас. Открыто! Митя, ты здесь? Собирайся, мы уходим. Соседка слева подтвердила, пьет много, бутылки пакетами в дом таскает. Собутыльников не видела. Значит, Клокова в подъезде не любит. Нет, Андрей Васильевич, а за что его любить? Он им 3 недели назад устроил взрыв бытового газа. Он что-то там не закрыл и рвануло. А теперь по дому трещина пошла. Надо либо подъезд расселять, либо дом ремонтировать. А Клоков в больнице? Ну, его на момент взрыва не было, а где он сейчас, неизвестно. Леня, а чё ж так долго с соседями-то за жизнь разговаривал? Слушаю. Андрей Васильевич, это Стасов. Хотел спросить, нет ли новостей про Клокова? У нас нет, а у вас? Да ничего конкретного, но мне кажется, он за мной следит. Ну, правда, я не могу объяснить, просто чувствую. Интересно. Хорошо, сейчас мой помощник к вам приедет. Андрей Васильевич, так поздно уже. Отсутствие личной жизни, Леня, положительно скажется на твоей карьере. Однажды. Ага. Адрес издателя есть? Как ты собираешься тут жить? Кто за тобой следить будет? А школа? А футбол? А я, в конце концов, Мить! Да я сегодня чуть не посидела, пока твой папаша сообразил сказать мне, что ты тут. Ты сам, конечно, этого сделать никак не мог. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Чего тебе звонить? Ты бы сказал домой, а я не пойду, ясно? Ты слышал? Не пойдет домой. Ну так пусть остается. Да. А он нам не мешает. Даже наоборот. Греков, это ты все подстроил? А твой новый здесь совершенно ни при чем. Просто совпадение. Эдик въезжает, Митька сбегает. Ты еще и против Эдика настраиваешь? Эдик сам прекрасно против себя всех настраивает. Греков, ты мне всю жизнь испоганил! Остановись, хватит! Дай мне пожить нормально! Дай Митьке пожить в нормальной семье! Одевайся.
Я сказала, одевайся! Пожалуйста, перестань орать. Одевайся, Митя. Ты же сказал, можно. Я сказал, что я подумаю. Ты видишь, не получается у нас. Я круглосуточно на работе. Саша не может, мама нервничает. Извини. Понятно. Зачем тебе старый ребенок, если можно нового завести? Митя, мы тебя очень любим, Митя. Должен жить с мамой. Я не против, чтобы ребенок жил с мамой. Но не с этим. Не пойми кем. А может быть, он не так уж и плох? Он подлец. Манипулятор и просто гад. И он будет моего сына воспитывать. И спать с твоей женой? Ой, да, извини, с бывшей женой. Прости. А ты что, современным искусством увлеклась? Это Арина. Мне надо снять верхний слой. Под ним картина, которую она со своего эскиза сделала, этюд, которого потом украли. И что ты там намереваешься найти? Я не знаю. Но это странно. У двух убитых девушек украли этюды, которые они писали в один день в одном месте. Как же я устал от всего этого, а? Рисунки, картинки, записки. Где моя любимая, простая, обычная бытовуха? Он, она, любовница, топор. Без этих всяких высоких материй. Без нижнего слоя, верхнего слоя. А я, кстати, сегодня с Матрохиным встречалась. Я тоже встречался с этим Матрохиным. Ну, он же просто какой-то персонаж из сказки. И Стасов такой же. По их рассказам, Клоков, так он вообще какой-то супер-чудовище. И все они тонкой душевной организации с богатым лексиконом. Клоков, между прочим, подавал большие надежды, а потом пропал надолго. Тут вдруг объявился с персональной выставкой. Ну, все, конечно, оживились, весь бомонд собрался. А на самом деле, казалось, пшик, картины вторичные. Ничего интересного. Короче, разгромили его критики, и было за что. Все чисто, никаких следов. Я думаю, вам показалось. Я надеюсь, вы простите, что побеспокоил. Ничего, бдительность — это важно. До свидания. До свидания. Вы калитку за собой поплотней, до щелчка закройте, я собаку открою. Ага. Ну что, давай. Увидишь Клокова? Можешь съесть. Ты со вчерашнего дня сидишь? А? Нет. Я только начала. И что там? Работаю. Работаю. Как-то долго ты
работаешь. В Лувре, между прочим, по 20 лет реставрируют. Но мы не в Лувре. Как-то ничего интересного. Да. Да, я слушаю. Не понял. Подожди, подожди, подожди. Еще раз, не понял. Какой еще Ираклий? Алло. Алло. Да что со связью? Я сейчас приеду. У нас еще один труп. Я с тобой. Не-не-не-не, ты хотела вот это вот все там выяснить? Давай, работай. У нас каждый час на счету. Так что, может, действительно там под этой мазнёй что-то интересное. Так что, трудись, трудись. Ну, а если ты ничего не найдешь, я вернусь и тряпкой с растворителем пройдусь, поняла? Ираклия заводила еще. Моя жена, преданный умный пес. Да. Я позвоню эксперту, нужно понимать, чего его отравили. Если это Клоков. Это Клоков. Сволочь. Если не хочешь, чтобы фотографии попали в сеть, мне нужны деньги. Адрес прислал. Это хорошо. Ну, то, что он не шизофреник, а преступник с понятной мотивацией, это очень хорошо. И что мы будем делать? Вы будете передавать ему деньги, а мы будем его ловить. Актуальный преступник. Или глупый. Ведь понятно, что здесь дивизию и два вертолета спрятать можно. Что с телефоном Клокова? Не отследили. Он его отключает все время. Или умный. Он очень умный. И он нас обманул. Он дом мой взорвал! Найдите Клока. Если я его первый найду, я его своими руками сюда. Чтобы ты уволился из института, собрал пресс-конференцию и объявил всем, что ты совращал студенток. Да, логичнее было бы деньгами взять. Если не сделаешь, жди новых сюрпризов. Лянь, телефон засекли? Так точно. Он у себя в квартире. Готово. Работаем. Значит, по телефону мы его не отследим. И что дальше? Как же я соскучился по предсказуемым преступникам.